Сегодня в Плёском музее Левитана не принимают посетителей. Все утро здесь работали следователи. В ночь с 4 на 5 августа сюда пробрались нежданные гости. Злоумышленники, а их предположительно было двое, похитили 5 полотен кисти Исаака Левитана. Часть этих картин в свое время музею была подарена, часть закуплена еще в конце 80-х годов прошлого века. Ночью сработала сигнализация в нашем доме музея Левитана. Сотрудники Плёского музея и заповедник совместно с правоохранительными органами вместе выехали к музею. Когда, естественно, подъехали к музею, то обнаружено было, что одно из окон было повреждено, выбита оконная рама. Среди пропавших полотен – картины «Полустанок», «Розы», «Овраг с забором», «Речная заводь» и «Тихая речка». Каждая работа была застрахована на сумму от 13 до 20 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила 77 миллионов рублей. Мы сейчас работаем в тесном контакте с правоохранительными органами и, естественно, делаем все возможное для того, чтобы похитители были найдены. Попытки проникнуть в музей злоумышленники предпринимали и раньше. Последняя произошла около года назад. Сигнализация сработала и на этот раз, но преступники действовали крайне быстро. Сигнализация была, сотрудники вневедомственной охраны прибыли в течение очень короткого промежутка времени, не прошло и 4 минут, как группа задержания была на месте происшествия. Но преступление было совершено очень быстро ввиду того, что никаких физических препятствий для воров, которые совершили это преступление, фактически не было. То есть решеток на окнах не было. По мнению полицейских, если бы были установлены решетки на окнах, действия злоумышленников вряд ли увенчались успехом. И история 20-летней давности не повторилась бы в Плёсе вновь. Была кража из музея Левитана, но это в 90-е годы, но тогда работы не покинули Плёс. И благодаря следственным действиям все картины были возвращены в музей. Пришлось некоторые реставрировать, но тем не менее они вернулись в экспозицию. Была кража из музея пейзажа полотна Шишкина, но также вот ангел-хранитель музея-заповедника. Как-то так случилось, что работа вернулась через некоторое время. Поэтому очень надеемся, что грамотные действия следственных органов помогут вернуть картины. По горячим следам подозреваемых в совершении преступления задержать не удалось. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Оставшиеся полотна кисти Исаака Левитана вывезены из музея и вернутся на место только после того, как система пожарно-охранной сигнализации будет восстановлена. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Плёс.